Участников первенства Москвы по тяжелой атлетике среди юниоров 95-го года рождения и моложе. Весовая категория 94 килограмма. Номер один. Зюлиев Тимирбалат. Северо-восточный округ. Восьминостровский. Номер два. Джиоев Азамат. Мастер спорта. Северо-восточный округ. Восьминостровский. Номер три. Антабаев Илья. Мастер спорта. Северо-восточный округ. Восьминостровский. Номер четыре. Кехтер Денис. Мастер спорта. Северо-восточный округ. Восьминостровский. Номер пять. Галстян Артур. Второй разряд. Новомосковский округ. Номер шесть. Мазницин Станислав. Мастер спорта. Олимпиада Москва. Номер семь. Сетиев Магомед. Мастер спорта. Западная Можайская УОР-2. Участники представлены. Представляем судейскую бригаду. Центральный судья Николай Маслов, 60 категория. Боковой судья Борис Котенков, 60 категория. Боковой судья Николай Кожухарик, международная категория. Участники судей представлены. Уважаемые друзья, сегодня у нас замечательный день. Вот у нас фотокорреспондент Федерации тяжелой атлетики. Сегодня ему исполняется ровно 40 в квадрате. Поздравим его. Доброго здоровья. Я думаю, что фотокорреспондент нас сегодня порадует хорошими снимками. А вам удачи, ребята. На 6 подходов. Направо. Вот. В разведочный зал. Пошли. Килограмм. Установите 117. К этому весу подойдет номер один Зулей. Вес установлен. Зулей в Тимирбалат. Второй подход. Поступила перезаявка номер 6, Мазница, Зелень для первого подхода, 140. Спортсмен есть 2 минуты для подготовки. Номер 1, Зулиев, третий подход. Зулиев закончил свое выступление в руке с результатом 117 килограмм. Установите 140. Это перезаявка. Номер 3 начнет выступление в руке с результатом 142 килограмма. Номер 4 перезвезли в начальный вес на 142. Установите 140 килограмм. К весу подойдет номер 6, Мазница. Вес установлен. Номер 6, Мазница Станислав. Первый подход.
Следующая заявка Мазницына, 145. Установите 142 килограмма. К этому весу подойдет первый. Номер 3, Отнабаев. Потом номер 4, готовится. Отнабаев Илья, первый подход. Подход неудачный. Вес 142. Номер 4. Техтер Денис. Первый подход. Сидит, готовится. Заявка Кефлер для второго подхода 145 килограмм. Принята перезаявка. Номер 3 Отнабаев за минуту второго подхода 145. Вес 142 килограмма. К этому вес 142. Вставляйте. Готовится номер 7. Сети. Сети, номер 7, первый подход. Сети 147 второго звена. Установите 145. К этому весу первым подойдет номер 6 Мазницына. Номер 3 Отнабаев и номер 4 готовится. Вес установлен. Мазницын. Номер 6. Второй подход. Заявка для третьего подхода 150 килограмм. 145 на штанге. Номер 3 Отнабаев. Второй подход. Заявка для третьего. Для третьего 150 килограмм. Номер 4. Кефтер. Thank you.
Подъем удачный. Установите 147. И тут же подойдет номер 7. Сити Магомед. Заказ Гектора Забетова 150. Вес установлен. Сити Магомед. Второй подход. Подъем защиты. Установите 150 килограммов. К этому весу первым подойдет G-Oil. Номер 2 G-Oil. Номер 7 сети заявил на третий вот 151. Вес установлен. Живой позамат. Первый подход. Подъем удачный. Заказ Джиоева 162 подхода. 150 на штанге. Но... К этому весу подойдет номер 6, Матинец Станислав. Готовится номер 3 от Набая. Станислав закончил свое выступление в рывке с результатом 145 килограмм. 150 на штанге. Номер 3 от Напаев и я. Третий подход. Номер 4 Гектор готовится. Подход неудачный. От Набаев закончил свое выступление в рывке с результатом 145. 150 на штанге. Номер 4. Гектор Денис. Третий подход. Готовится Сетиев Магомед. Номер 7. Гектор закончил свое выступление в рывке с результатом 145. 151 на штангу.
151 килограмм на штангу. Перерыв между рывком и толчком 5 минут. Вес установлен. Сейтиев Магомед, третий подход. Установите 155. Перезаявка Джиоева. 155. Перезаявка Джиоев Азамат номер 2. 155. Вес установлен. Джиоев Азамат. Второй подход. Вкус, знаешь, у нас тоже есть такие бородатые. Московский Федор тоже с бородой есть. Да? Не только в Чеченской. Ты поздоровался, ты где-то дальше. Подход удачный. Заявка для третьего. 165. Установите 165. Джиоев Азамат. Третий подход. Неудачный подход. Джиоев закончил свое выступление с результатом 155.